Привет, с вами Соколовский, и лично я постоянно сталкиваюсь с проблемами, когда мне нужно отправить какую-то сумму денег другому человеку. Зачастую это какие-то огромные комиссии в 3%, в 5%. Реально, если вы попытаетесь отправить деньги в другую страну, при том в других валютах, и все это вам нужно сделать очень срочно, то вы можете потенциально отдать до 15% комиссии. Представьте, что вы взяли и отправили кому-то 1 000 000 рублей. Вы отдадите из них 150 тысяч. И это абсолютно неадекватно. И именно это и могут исправить криптовалюты. В общем, это партнерское видео про ICO Puma Pay. Puma Pay — это свободный протокол на базе блокчейна, и они хотят заново изобрести способы обработки платежей. Что важно, Puma Pay дает возможность подрубать различные системы биллинга, чтобы обеспечить возможность простого приема криптовалют напрямик, заменив при этом компании по выпуску кредитных карт и других платежных операторов. Только представьте себе, они собрали уже 117 миллионов долларов. Собственно говоря, в этот раз это партнерское видео не с тем ICO, которое только стартует и собирает деньги. Это партнерское видео с уже работающим клевым проектом. Цель данного проекта — стать фактическим стандартом в обработке крупных платежей, тех самых, о которых я говорил вам в начале ролика. С помощью Puma Pay можно делать регулярные платежи, транзакции по факту использования, регулярные платежи в назначенный срок, одноразовые единичные платежи, разделенные платежи, ограниченные платежи. В общем, как вы уже поняли, все виды платежей. Не да, Puma Pay делает команда из экспертов, которые уже 20 лет занимаются именно обработкой платежей и созданием подобных бизнес-процессов. Это Йоав Дрор, генеральный директор и основатель, который в течение многих лет занимал должности исполнительного директора в компаниях различного уровня. Георгас Куртеллас, блокчейн-архитектор. Ранее работал в научно-техническом центре IBM. Пантелис Фоулис, финансовый директор, член Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров, с опытом работы более 23 лет. Очень неплохая команда, и рекомендую вам самостоятельно пойти и ознакомиться с их профилями, потому что так всегда надежнее. Как я уже говорил, прямо сейчас, если вы попытаетесь провести какую-то транзакцию, вы получите огромную комиссию. Именно криптовалюты позволяют срезать угол и не платить огромнейшие деньги подобно вот мошенническим структурам. Ну и кроме того, именно интеграция криптовалют зачастую позволяет избавиться не только от мошенничества в виде кредитных банковских карт и прочих банковских структур, но и от обычных более мелких мошенников, которые устраивают фродактивность, крадут данные карты и прочее. И да, с помощью криптовалют можно решить в том числе и проблему с возвратом платежей. Это будет гораздо проще и быстрее. Вам не придется ждать полмесяца или месяц, чтобы деньги к вам вернулись. Эти деньги не будут морозить просто для того, чтобы выяснить, а кто вы такой. Потому что в любом случае это криптовалюта, вы ее перевели, значит она ваша. Протокол Puma Pay основан на Pool Contract. Это такая архитектура, которая позволяет проводить платежи. И да, этот самый протокол по-настоящему меняет принципы оплаты криптовалютой. Эта архитектура позволяет выводить продавцу деньги со счета покупателя, если у него на это есть предварительное согласие. На данный момент очень многие принципы не были организованы в блокчейне именно для реализации в обычной розничной торговле, потому что до сих пор таких целей не стояло. Я напомню, что прямо сейчас криптовалюта — это зачастую игрушка для трейдеров, для людей, которые давным-давно начали кодить, заниматься блокчейном. И дело в том, что это пока что не внедрялось в масс-маркет, в маркетплейс и в прочие сферы жизни. Pool Contract и Puma Pay могут это исправить. Прямо сейчас 70% населения мира, миллиарды людей, пользуются глобальной сетью для покупки товаров или оплаты различных услуг. И развитие смартфонов и других мобильных гаджетов обеспечило импульс в развитии электронной коммерции. Думаю, что многие из вас за все платят Apple Pay. Представьте, как было бы круто, если бы вы это могли сделать еще и с помощью криптовалют. Несколько интересных и важных фактов. ICO проекта уже стало одним из самых больших и успешных в историю, за всю историю ICO, потому что они собрали в мае 2018 года 117 миллионов долларов. И да, на этом они не собираются останавливаться. Второе, то самое решение Pool Contract позволяет делать платежи гораздо более дешевыми, быстрыми и простыми. Самое главное, пожалуй, то, что простыми для обычных пользователей. Для продавцов, которые хотят что-то продать, и для покупателей. Потому что прямо сейчас основная цель — внедрить криптовалюту в обычные товарно-денежные отношения, для того, чтобы люди расплачивались именно криптовалютами. Потому что только тогда, по законам Меткалфа, все это начнет по-настоящему хорошо работать, и курсы взлетят, и все это будет еще более интересно, чем сейчас. Обратите внимание, что прямо сейчас более 50 компаний уже выразили желание работать с Puma Pay, и в их числе Fashion TV, Ren24, Xposebox, Backpack.io, Majohost, и в том числе, кстати, поставщики развлечений для взрослых. Очень забавно то, что какой-нибудь Pornhub внедрил оплату криптовалютами тоже одним из первых. Если не ошибаюсь, это был Verge и многие другие валютки. Годовой объем транзакций ранних инвесторов уже составил 10 миллиардов долларов. И к Puma Pay регулярно присоединяются новые компании, которые еще больше ускоряют рост. Важный момент. Puma Pay прямо сейчас объявила о том, что впереди сотрудничество со всемирно известными брендами. Но пока что запрещено разглашать, с какими именно. Их название еще неизвестно, но это будет интересно. Я сразу же вспоминаю о том, как Tron вырос просто на обещание сотрудничества в будущем с какой-то компанией и получил огромнейший памп. И если здесь этих компаний несколько, то это весьма себе интересно. Это не тот момент, когда люди собрали 117 миллионов долларов только из-за того, что у них красивый roadmap и white paper. Нет. В данном случае уже есть приложение на Android и iOS, и вы можете их
лично потестировать и посмотреть на то, как они работают. И самое важное, токены выйдут на биржу, и совсем скоро мы узнаем, как именно криптосообщество оценило эту идею, эту команду, и о том, насколько, по мнению крипто-комьюнити, это все будет работать. Потому что мы увидим, как поведет себя курс токена в условиях уже реального рынка на самих биржах. В общем, поживем и увидим. В общем, если вам понравился этот проект, то да, они реально скоро выходят на биржу. Ссылка в описании, изучайте, смотрите. И с вами был Соколовский, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ищите здесь биткоин-чек, он где-то здесь есть. Всем пока!